Царицына, легендарный московский дворцово-парковый ансамбль, обычный летний денек. Художник Михаил Саврасов, как обычно, отправился в глубины парка, чтобы родить своей кистью новый пейзаж. Вокруг не было ни единой души. Михаил подошел к скульптуре девушки и стал внимательно ее осматривать. Внезапно он почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо. Художник резко обернулся, чтобы посмотреть в лицо незнакомца или незнакомки. Но сзади никого не оказалось. Художник в панике покинул территорию парка. Где-то в зарослях этого парка обитает призрак молодой дамы дворянского рода. Дама скоропостижно скончалась от тяжелой болезни неподалеку от усадьбы. Она очень хотела выйти замуж, но скоропостижная ее кончина не позволила этим мечтам сбыться. Теперь ее неупокоенный дух бродит среди деревьев и зарослей вот уже много лет в поисках того самого, единственного. Если вы, молодой человек, и почувствовали прикосновение чьей-то руки, при этом рядом никого нет, значит, дама вас заприметила. Но призрак дамы не единственный на территории Царицына. На пруду в середине 19 века маленький мальчик-граф решил покормить уток. Однако, подойдя к берегу, мальчик споткнулся и неудачно упал в воду. Течение быстро отнесло его от берега, в то время как маменька общалась с подругами, не обращая внимания на сына. Когда спохватилась, то было уже поздно. Его тело так и не было найдено. Он до сих пор живет на дне озера, изредка являя на поверхность воды свой лик, чтобы потом снова скрыться в мутной воде. Небольшой павильон в глубине парка. Здесь, в непростые года, разом решил снять выстрелом в сердце все проблемы одинокий молодой человек из современной Москвы в результате несчастной любви. Ныне его силуэт изредка материализуется из ниоткуда, пугая посетителей парка. Место с большой историей, которое так и будет порождать все новые и новые легенды.